Ангарские ветеринары проводят вакцинацию домашних питомцев. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с бешенством животных. В Ангарском районе не зафиксирован данное заболевание. Ну, укусы встречаются, но эти укусы у нас на контроль. То есть ставится собака на карантин и в течение 10 суток ее наблюдают с последующей вакцинацией. В России от бешенства животных прививают с трехмесячного возраста. Лекарственный препарат вводится один раз в год.